Никогда не служивший в армии казнократ и шлепер, а также по совместительству министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, не моргнув глазом, брякнул, что вот талибы, которые собираются напасть на Таджикистан, это, знаете ли, совсем не те талибы, с которыми мы договаривались в Москве. Значит, вот эти талибы, они поддельные талибы, это не те талибы. А вот те талибы, которые ездили в Москву, вот то настоящие талибы. Понимаете, какая разница? А еще мне хочется спросить, а у вас же там талибан, он вроде бы как запрещенное движение. Так а у вас запрещены вот те талибы или вот эти талибы? Вот не могу разобраться, понимаете, вы кого принимали, кого запретили? И про что говорил ваш вот этот шлепер Шойгу? Который фельдмаршал, который даже в армии ни одного дня не отслужил. Непонятная ситуация.